This is the picture what we will draw. Look this, it's so beautiful. Do you like it? Yeah, but I will show one thing more. Look at here. You could use this color too. Any color what you prefer. But I will teach you today how to do perfect lines with brush and with colors. Because it's easy to draw with pencil, but not with colors, do you know? Okay, let's start. Давайте начнем. Пожалуйста, положите сверху тарелочку. Not in the center, not in the bottom, not in the middle. In the right side, on the right side. Why in the top of right side? Because it's flying, flying. Choo! And I'm drawing the circle. Circle number one. Hop, very easy. I'm taking one more circle. And I'm drawing one more circle here. And I have two circles. Please check right position. Пожалуйста, проверьте правильную позицию, да? Когда верхний шар вверху, в правой стороне, нижний шар, маленький шар внизу, small ball, circle on the bottom. Отлично, Альдана, очень хорошо. Альдан, смотри, чтобы сильно не касалось. Видишь, то есть оставляй расстояние, чтобы у тебя шар не касался сильно края листа. Правый хорошо, Альдана, маленький, я говорю про маленький. Хотя это тоже возможно композиционно. Значит, Камила прекрасно. Так, смотрим у Сереженьки. Аина ближе. Эмилия шикарно. Очень хорошо, Эмилия. Сережа, отлично, оставляй. Так, Аина хорошо. Амелия, please show me your position. This is first step, very important. Эмилия, Элина хорошо. Элина хорошо. Евангелина прекрасно. Okay, Эмилия, I'm looking. Okay, I'm seeing small ball. Do you have the big ball? Big ball? Or could you show the top? Mm-hmm. Okay, Амелия, you don't push very strong. It's very good. Okay, I'm seeing. If you have Амелия... It's too big. Camila, you have very perfect circle. You can fix if you want. If Amelia has bigger size, for example, the dish, it will be better if she has the bigger. For example, any dish from the kitchen will be better for Amelia. Окей, Эмилия, отлично, шикарно, да. Камила, мне нравится, что ты исправила кружочек, отлично. It was the first step. Амелия, да, попробуйте для Амелии найти кружочек побольше. Это будет, так тоже можно, но будет красивше. Окей, next step, guys, you are doing very good job, perfect. What we need to do, we need to find on the bottom, here in the center, the dot, pum 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 pum. This is the center. And from the center to draw the triangle. Do you know what is triangle? Вы знаете, да, как треугольник выглядит? Вот, пожалуйста, я рисую треугольник. Вот такой, оп. Как, знаете, представьте, как баллон, воздушный шарик. Раз треугольник, ищу центр. И два треугольник. We are drawing just forms. Мы рисуем пока только формы, да? Треугольник, раз. Треугольник, два. Амелия, отлично, вижу твой лайк, отлично. Треугольник, раз. Угу. Камил, сделай вот здесь чуть пошире. Чуть пошире, вот тут вот. Look at here, then triangle will go to the one line with the circle. The triangle will go in the main line with the circle. Just continue this line. Просто, о, Эмилия, шикарно, очень хорошо. Евангелина тоже, прекрасно. Камила, попробуй сделать линию не отдельно, ты правильно все сделала, а теперь продолжи одну линию, переходящую в другую. Очень хорошо, Элина, да, очень хорошо, прекрасно справилась Элина. Так, для обоих кружочков. Да-да, Камил, прекрасно, Сережа тоже справился. Угу. Амилия, если сделала, обязательно покажи, то есть должен зайти, продолжить линию. Да, прекрасно, Аина, очень хорошо, да-да-да, вижу, Камила подправила, тоже прекрасно. У маленького, Камил, у маленького, fix it on the small, yes, do it more like continuing the line, как продолжение линии. Окей, что же нам надо сделать теперь? А внизу мы делаем корзинку, корзинку, корзинка похожа на квадрат. Или на треугольник. Да, Альдана, очень хорошо. У большого прекрасно получилось. Хороший переход. Элина тоже очень хороший. Очень хороший. Прекрасный переход.
Да, Камилочка, мы тебя подождем, не переживай, делай переход, плавненький, сильно не дави. Корзинка, Камилочка, должна быть посередине. Look at here. The box should be in the center, yes? Посмотрите, крепление треугольника должно быть в центре, не вправо, не влево, а посерединке. Корзинка наша, то же самое здесь, тут корзинка поменьше. Check yourself. We have big circle, small circle. Big rectangle, small rectangle. Or the square. Итак, вот у нас есть раз и два. Угу, угу. Да, Элиночка, отлично. Элин, маленький. Элина, посмотри, маленький, да? Проверь, чтобы посередине вот это крепление было. Посередине, да, у тебя немножечко оно съехало. Эмилия, отлично, посередине. Евангелина, хорошо. Евангелин, вот это крепление, проверь, должно быть посередине. Аина, прекрасно. Амелия, Амелия, more close to the camera, more close to the camera, yes. Окей. Окей, good job, Амелия, good job. Итак, Амелия... try to do it more like square rectangle. It means, look at here, vertical lines will be parallel to the end of list. It's like this. Not like that. Not like that. More like rectangle. Mm-hmm. Check yourself. We call it parallel lines. Mm-hmm. Да, Илин, еще чуть-чуть сюда добавь влево, и будет посередине идеально. Евангелина, отлично. Сережева, прекрасно, справился. Мне очень нравится Камила, отлично смотрится. Окей, okay, you're doing very good job, guys. Вы очень хорошую работу сделали, молодцы большие. Итак, мы теперь готовы перейти к рисунку, потому что, ну, конечно, мы же будем красиво-красиво это изображать. Сначала мы сделаем облака. Да, Элиночка, ставь, Элина, ставь. Облака. Кто-то хочет рисовать деревья, кто-то облака. It's up to you. Итак, облака будут вот так вот. Как wavy lines. Обратите внимание, что облака не должны дотрагиваться до воздушных шариков. Окей, okay, I'm drawing clouds. Look at here. It could be clouds or it could be trees. It's up to you. It's your fantasy. But if you are drawing something on the bottom to imitate... flying, you should be sure that your balls and squares doesn't touch wavy lines or your clouds. You have space between clouds and between clouds and rectangles. Так, да, отлично, Элина, exactly, да, отлично, да, именно так. Итак, это у нас облака. Мы можем сюда даже немножечко облака вот такие длинные, вытянутые. Посмотрите, какие они, как сосисочки. Вытянутые, как сосисочки. Тоненькие, тоненькие. Very, very thin clouds here you could draw. It's very nice. Very, very thin clouds. Да, отлично. Эмилия, облако, которое находится прямо вот под этим шариком, я бы убрала, потому что... твой главный сюжет в этом шарике. Не забирай акцент на облако, да? Убери там облако. А в остальных местах хорошо. Это мой совет тебе. Будет очень красиво. Аина, прекрасно. Очень хорошо. Сереженька, хорошо. Молодец. Очень хорошая работа. Камила, не вижу. Евангелина, хочу посмотреть. Элина, Альдана и Амелия. Отлично, Евангелина. Отлично. Угу. Элина, хорошо, прекрасно, мне нравятся мелкие такие облачка здесь, отлично. Хочу посмотреть Камила, Альдана и Амелия. Uh-huh. I will wait, and we will draw lines. Так, да, Камилочка, да, подними. О, вижу, отлично, супер, отлично, good job. Окей, okay. Who is done? Альдана и Амелия, I'm waiting your still, because I want to see how it looks. Who is done, please clean extra line, what we had here from the, after the circle, после вот круга, да? Пожалуйста, уберите линию.
Do the form more beautiful and clean everything inside. И, пожалуйста, почистите все-все-все внутри. Нам это уже больше не нужно. То есть внутри эти линии больше не нужны. Видите, вот так получился, как шарик. Ну, что нам нужно? Нам нужно... Так, смотрим, Амелия. Hold on. Отлично, прям морской пейзаж, отлично, как вейви, супер, Амелия, очень хорошо, очень хорошие волны, отлично. Эмилия, почти волны не вижу, что it's okay, значит, ты сильно не давишь, это хорошо. Да, или выше просто подними, чтобы я увидела. Upper, upper, upper. Элина выше, Элина выше. Амелия сейчас прекрасно, очень хорошо. Элина выше, Амелия хорошо. Элина, чуть выше, вот эту часть не вижу. Отлично, да, Элина, все хорошо, Элина оставляет. Да, Амелия тоже оставляет очень хорошо. Окей, guys, very important part. Look here, what we will draw. We will draw like the hill, да, как будто бы немножко, посмотрите, вот так, оп, холмик, как будто холмик, да, вот так вот. Раз и два. Как будто холмик, да, like hill, как hall, такая горка здесь. Вы сейчас поймете, для чего. Да, правильно Камила сделала. And opposite, smile, как будто улыбочку, да, мы делаем. Opposite, рядышком, улыбочку, снизу, под холмиком мы делаем улыбочку. Hill, smile, hill, smile. And more details for place where people will be. Это как ручка такая, да? Сейчас я сделаю ближе, вы посмотрите. One second. Ручечка. Здесь тоже такая ручечка, да? Представьте, как будто чемодан я беру. If I will take... I know, the, как чемодан сказать, the box, yes, как ручка. Ну и, конечно, нам понадобится, ребята, от улыбочки, from smile, полосочки рисуем, from smile мы рисуем полосочки, from smile line we are drawing lines, from smile line we are drawing lines, and the same from heel line. We are drawing lines. If I'm too fast, let me know. Окей, все, вот у нас наш готов красивый воздушный шар. От линии улыбки мы рисуем линию вниз, от линии холма мы рисуем линию тоже вниз. Ну, наш красивый почти готов, красивый шар. У нас осталось сделать только узор. Смотрим, да? Шикарно, Элина, прекрасно, супер, да. Элин, я здесь немножко не вижу, главное до квадрата доведи, да, вот эта линия, чтобы до квадрата, до конца доходила. Если доходит, хорошо. Вот Камила вижу, хорошо, окей, доходит. Отлично, очень хорошо, Амелия, супер, прекрасно, очень хорошо, Эмилия, прекрасно, отлично, very good job, guys, okay, right now I will continue a little bit faster, yes, we need to draw the lines and the form, как бы форму линии, and this is very important, number one, we need to do one more hill, should I wait? Если кто-то что-то сказал, повторите, потому что не расслышала. One more hill line. Одна еще раз линия холма. Это у нас форма. Еще одна. И мы будем... Альданочка, очень красиво, шикарно. Прям низ хорошо исполнила, супер, очень хорошо. Камила прекрасно, Аиночка замечательно, ну прям все вот прям ту-ту-ту, Эмилия тоже класс, супер, отлично. Эмиль, пожалуйста, вот линию холма, когда будешь делать, она должна быть параллельно линии первой, видишь, они должны быть как, ну представь, как кантик, одинаковой ширины, да? Please check yourself, the line, this line should be with the same size.
Так, смотрим. Секундочку. Да, Элина, можно вот эту линию пошире сделать. Вот линию вот эту вот, да, повыше, и будет хорошо. Амелия, ближе ко мне. More close to the camera. Амелия, I want to see this part. Yes, more close to me. Yeah. Very good job. Yes, very good. Окей, очень хорошо. Отлично, очень хорошо. Классно. Итак, у нас финальный степ, final step. It will be very most difficult step. Try to repeat after me. Look at here. This is the circle line. Do you see, guys? The circle line. I need to repeat this line, but more close to the center. From the center on the top, it should be the center. Это должен быть центр, да? It shouldn't be on the right or the left side. I am looking the center, and from the center, I am imitating line of the circle. Repeat again. Представьте, это как арбуз, like watermelon, or как арбуз, если мы рисуем. And this line more close to the center, this line is changing. И чем ближе к центру, эта линия больше меняется. Это похоже на круг. This looks like circle, not circle, looks like standard line, как обычная стандартная линия, да? On the right side is opposite. Камила делает хорошо, очень вижу, супер. And on the right side is opposite. Lines is going opposite. Это наиболее сложная часть, но попробуйте исполнить. Я знаю, что это будет немножечко сложно. Оп! Видите, тетя Ира ошиблась. Эмилия шикарно, отлично. Элина, посмотри внимательно, все линии идут вниз, они не заканчиваются в краю. Хорошая, у Евангелина прекрасно. Check yourself, all lines going in the hill line. They're not going in other place. Сережа, очень хорошо. In the hill line. On the bottom. All lines are going to the bottom where we have the hill line. Да, Эмилия, очень хорошо. Окей. And the next for the small one, the same. И для маленького шарика то же самое. Look, it's so cute. Это так красиво. Здесь можно сделать любые фигурки. Я сделаю треугольники, но это может быть любая ваша идея. Any idea? I will do triangle here, but it could be any your idea. То есть я сделала треугольники вот здесь вот, но может быть любая ваша идея. Кружочки, квадратики, треугольнички, как у меня. Любой ваш узор, который вам нравится. Okay, who is down to the show, and we will have the final step. Так, очень хорошо, Евангелина. Да, очень хорошо, Элина, отлично. Камила, прекрасно, замечательно, очень хорошо. The final step, what we need to do, look at here, guys. We need to cut a little bit the top. It's important. This is just form of the ball. Look at here. I will, как вы можете это, как бы, чуть-чуть совсем, чуть-чуть вверх надо будет подрезать. Это форма всех воздушных шаров, на которых летают. Они сверху. Чуть подрезаны вот так. Видите, я подрезала. Как только вы это сделаете, сразу это будет похоже на настоящий воздушный шар. When you will do this, it will look like real. When you cutting, that, как бы немножечко макушечку вы как бы вжух, вжух, and that's it, little bit, okay, little bit. And extra we need to remove. And that's it, we are done. We are done, we are ready to color in. Little bit of the top, you are вжух, like removing.
Little bit of the, little bit, чуть-чуть совсем, как бы срежьте вверх. Это форма всех воздушных шаров. То есть мы сделали построение с вами. Вот у Камилы хорошо, да, Камилочка, очень хорошо. Теперь вверх затирай, и настоящий воздушный шар у тебя готов. Супер! То есть это стандартно для всех воздушных шаров. То есть они имеют форму шара, но сверху они такие более, как сказать, более плоские, да. Элин, уголок сделай более мягким. Вот здесь вот, чтобы переход... I can't hear you. Yes, could you repeat? Can't see it very goodly. You can't see it very good. I will do it more close. One second. Is better? Yes. Mm-hmm. And if the corner very very strong, just do it more soft. Если как бы угол очень сильный, просто смягчите, это более мягкий. Вот у Камилы очень хороший угол, прям такой мягкий, нежный, да, Камил, прекрасно получилось. То есть, если чувствуете, что, ну, очень сильный, как бы, вот этот угол, да, то вы его немножечко смягчите, хорошо? Немножечко совсем. Вот наши воздушные шары и готовы. Мы готовы к цвету. Да, отлично, отлично, очень хорошо. Аина прекрасна, Элина оставляя очень хорошо, Камила прекрасна. Хочу посмотреть Альдана, Сережа, Евангелина, Эмилия и Амелия. И мы переходим к цвету. Смотрю Евангелина. Евангелина шикарная. Евангелина сегодня прям отлично получилось, очень хорошо. Давайте Сережа, Амелия, Альдана. Смотрю Сережа. Сережа, отлично. Очень мягкий, супер. Мягкий переход. Очень хвалю, прям хорошо. Амелия, more close. Yes, more close. Very nice, very cute. Very, very good. Hold on, hold on. Okay, you, very good, safe, very nice. We will start coloring. Very good, Амелия. Это была Амелия. Теперь... Эмилия. Эмилия, очень хорошо. Эмиль, вот здесь помягче переход сделай. Вот тут, видишь, немножко выдается. Чуть-чуть помягче. Вот я тоже у себя чуть исправлю, чтобы чуть мягче был, да? И будет хорошо. Чуть-чуть буквально. Хорошо, Эмиль? Это для Эмилия. Не Амелия, а Эмилия. Окей. Альдан, good? Окей. Are you ready for coloring? Вы готовы для того, чтобы в цвет? Окей. Question number one. We will start from balls or from background? Да, Евангелина? Background. Yes, exactly. We will start from background always. And we have just blue background. And we have two tones, dark blue and light blue. It's it. So, background we are drawing very slow or very fast? Да, Элина? Fast. Fast. Elina была или Elina? Slow. Slow? No. Background we are drawing very fast. Small details on the front area we are drawing slow, detail-y. We are trying to draw everything beautiful. Background doesn't require it. We are doing it very fast. Shuk, 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 shuk. And it's it, because it's background, it's not too close to us. Это не близко к нам, да? Okay, I'm taking the big brush. Right now we will work fast, guys. Okay? Итак, наше правило, main rule. Wash and dry. Do you remember? Again. Wash and dry. Wash and dry. Look at here. I have very, very clean brush. Посмотрите, у меня очень чистая кисточка. Just clean brush we can use. Do you remember our rules? Yes, exactly, Camila. Да, молодцы, ребята, супер. Okay. Нам нужно сделать синий и светло-синий. Exactly. Да. Да. I'm taking blue. Look at here. I'm putting blue one, blue two. Wash, 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 wash. Dry. Wash, 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 wash. Dry. I have clean brush again. Look at here. I have very clean brush again. It just with clean brush, I can take white.
Not possible to take white until I will clean my brush. Never, never, never. Do you remember this rule? Okay, I'm taking white for number one and I'm taking white for number two. But for 1 second. For number color number one, what is darker? It will be more or less white. For number two, it will be more white because one tone should be light blue, other tone should be dark blue. Okay, this is light blue. Wash, 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 wash. Вот самую большую кисть. Yes, да, самую большую кисть бери. And dark blue. Okay, I need more color. Please mix a lot of color because this is back. Есть вопрос. Да, давай. Не надо вот это palette paper, чтобы. Да, palette paper. Да, 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 exactly, Алина. Ты используешь. Вот видишь, у меня тоже palette paper, да. Но только глянцевой стороной кверху, окей? Хорошо? Okay, I got two tones of blue. Dark blue, where I have a little bit white. And light blue, where I have a lot of white. I am adding water. I should have a lot of water. And I'm covering very fast. Of course, I will use the contour around my balls. Конечно, контур мы будем использовать. Which color are we using? This is blue, yeah. But dark blue. When you have a lot of blue and a little bit white, just blue, you can take just blue. It's number one, just blue. And you can see I'm covering right and left, or by circle form, right and left, or by circle form. Okay, number one, I have on the top of the canvas. Номер один, так как это более темный цвет, он у нас наверху нашего холста. А мне немного сложнее, потому что у меня там clouds. Ну пропусти, that's okay. Очень хороший цвет у Камилы, да. And number two, what is lighter color? It's on the bottom. On the top, darkest. When more close to the bottom, then color is lighter. Чем ближе мы к низу, тем цвет светлее, да? И мы, как я говорила, мы не вырисовываем, мы делаем это быстро. Если вы попадете на шарик, на контур, it's okay, not a big deal. And I'm drawing by circle form or right and left, okay? By circle form, like this. Yes, or right and left. Mm-hmm. Камила, хорошо. Okay, and he wants to do it more effective. You can draw on the bottom with a lot of white. I added a lot of white. It's still blue, but with a lot of white. It's still blue, but it's very, very light blue. Это очень-очень светлый голубой. Я думаю, вы можете это увидеть. Because I added a lot of white. And if it's difficult to cover, add more water. Если тяжело идет покрытие, просто больше воды добавьте, и сразу пойдет легче. Если зашли на корзинки, ничего страшного. В этом нет. А если на шарики зашли? Тоже ничего страшного. Поэтому мы сначала делаем бэкграунд, чтобы потом сверху, когда будем шарик делать, закрыть. Окей. Но краска же так быстро не сохнет, она будет... Высохнет, не переживай, это акрил, он быстро сохнет. Окей, okay. I will do more darker tone on the top. I want to do it more blue. If you want to repeat after me, try to do it very beautiful. When we have top on the... Да, Амелия, больше воды, add more water, and right and left. Right, Амелия,
more water, right and left. You're doing very good color, yes, Amelia. Just add more water, Amelia. Right and left. Add more water. It should be like just water, not like cottage, yes? Because cottage is difficult to cover. When you will add more water, it will be more easy to cover. Acrylic, yes, yes, acrylic, just add more water, and that's it, and it will be more easy. Да, Сереженька, какой вопрос? У Камилы хорошо получилось. Ну, а вот мы темный делаем снизу. No, темный на сверху, а потом чем ниже, тем светлее. Видишь, посмотри, как да. У меня. Да, и у меня, ну, просто... цвет сложно делать, и мне надо много времени, чтобы сделать цвета. У меня мало сейчас цвета. It's okay, сделай, не переживай. Просто если ты хотя бы положи несколько оттенков, да, сверху, снизу, если ты полностью небо не успеешь закрасить, а мы, например, что-то другое начнем делать, ничего страшного, главное, что ты попробовал часть неба закрасить, да, и ты уже знаешь, как это делать. И после урока ты сможешь то там небо, где осталось, докрасить. Угу. Не переживай, главное, ты попробуй, потренируйся, как красочка идет, потренируйся. А если что-то не успеем, то можно это будет как бы после урока еще доделать. Амелия, как у тебя дела идут? Ага. Амелия, do you need any help? Okay, yes, it's very nice. You could add more water. У вас do you have a canvas or paper? Canvas pad or paper? Pad, I think it's like pant. Well, for I don't have like I don't have normal paper. It's not a canvas either. It's not a canvas. Okay, I got it. Yeah, because it looks like canvas. If it's like canvas, you need more water than for paper, and then it will be more easy to cover. I recommend mom to help. Я рекомендую маме помочь, просто добавив много воды, и оно прям растечется. И вот так вот. Как будто бы вы try to think, Amelia, like you want to clean or wash the window, yeah? You want to wash the window. Of course, you will add it very fast, like with a lot of water, yes? If you will add a lot of water, like you're washing something. Try to think like you're washing with brushes something. You want to wash it very fast. You don't need to draw very beautiful for the background. This is the rule for all art. Then it will be very, very fast. And it will be very beautiful because this is just the sky. Это просто небо как бы. Да, so I... very, very recommend to add a lot of water, and it will run. When you will add a lot of water, it could run very, very fast, and it's absolutely okay. You could mix, and that's it. Okay, я вижу, что Сережа хорошо очень получается, да? То есть, Сережа, тоже ты можешь... Так, шик-шик-шик, быстренько делать это небо, оно не требует каких-то там сложных. Да, очень нежно Аина получилось, да, отлично. Аина, хорошо, можно сверху чуть-чуть утемнить, и будет хорошо. Альданочка, я вижу у тебя один шарик, а второй немножко пропал. Или он просвечивает? Просвечивает? Или просто пропал? Do you have second one? Получилось. Сейчас посмотрим. No, Альдан, это не проблема, ты можешь нарисовать контур, не делай так, ты же артист. Так, не, Эмилия, все супер, все отлично, у тебя как будто ощущение, Эмилия, что у тебя дождь идет, видишь, то есть там большая туча грозовая, и сейчас пойдет дождь, очень красиво. Ты когда белые облака добавишь, вот ощущение такого дождя, очень так романтично получилось. Это будет нормально. Да, очень будет... хорошо. Небо нельзя испортить быстрым покрытием. Это же небо. Окей.
Who is done, please show me. Кто done, обязательно покажите мне. Камила очень хорошо. Камила прям отлично получается. Угу. Евангелина, Элина, как идут дела? Да, Элина, у тебя есть кисть больше? Покажи размер кисточки. А, у тебя кисточка очень маленькая. Есть больше, Элин? Или это самая большая? Это самая большая? It's okay, на будущее попробуй больше, да, кисть, потому что у тебя тогда вот эти мелкие полосочки видно, it's okay. Но чем больше кисть будет, тем легче. И, Элин, чуть-чуть воды вниз добавь. Во, ну, это, не, да, она тоже такая лысенькая. Ну, можно такой. О, Евангелина, отлично, отличный переход, да. Угу, очень хорошо. Да, Элин, тебе надо чуть-чуть посветлее здесь высветлить, чуть-чуть высветлить, значит, водичку так добавить и лишнее собрать, и все, чуть-чуть так, да, и будет такой более интересный переход. Альдан, ты все оставляешь, ты делаешь просто один шарик, если у тебя вот этот нижний просвечивает, мы его можем нарисовать, ну, потому что линия у тебя есть, да, Альдан? Если не просвечивает, это окей, у тебя может быть один шарик, вообще без проблем, окей? Небо у тебя хорошее. Хорошо, Альданочка? Окей, okay. Who is done with the sky? We will draw cloud. We will draw... Да, Аина очень хорошо. We will draw cloud. For cloud we need to create purple. Серёга, if somebody is not done, please stop with the sky. It's absolutely normal, because professional artist is drawing everything together. For example, little bit sky, little bit clouds, little bit the ball, even if we didn't finish sky. This is right. Итак, даже если вы небо не закончили, вам нужно остановиться и перейти к облакам. Even if you didn't finish the sky, please stop. And we need to go to the cloud. I am taking little bit smaller brush, little bit smaller than we had before. Я беру немножечко меньше кисточку, чем у нас была до этого, да, вот Аина хорошая, да. Вот, Элина, вот ту кисточку, которую ты первый раз использовала, Элин, вот она будет хорошая, вот первый раз, у тебя она и останется. Да, Эмилия, хорошая, Камила а тоже. А лучше, вот это или вот это? Которая фиолетовая, Эмилия. Да, какой вопрос? Вот это Ира. Да. У меня облаки начиналось. It's маленькие. Okay, не переживай, мы сейчас сделаем, Элин, не переживай вообще. Сережа, you can take what is biggest, yes, you can take what is biggest. Mm-hmm, exactly, yeah. Mm-hmm. Альдана тоже я видела, ты показала. Okay, how to do purple, who knows? Альдана? Blue. Blue and turn your microphone. And red, exactly, exactly. Let's try. Wash, wash, wash and dry. I am taking red. Put on the palette. Wash, 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 wash and dry. And I'm taking blue. And I'm mixing. And we need to add more water. More water. More water. It's important, guys. A lot of water. It looks like black, but it's not black. And we need to put wavy lines, purple lines, on the bottom of our clouds. Нам нужно положить как бы такие линии. Добавляйте большое количество воды. Please add a lot of water. Пожалуйста, добавляйте много воды. Мы добавляем как бы снизу от облачков, там, где у нас будет тень, помните? If somebody lost the clouds here, you could draw just purple line on the bottom. Если кто-то потерял облачка, просто, ну, представьте, что там облачко и линию снизу, нарисуйте фиолетовую. Light, light purple, it means a lot of water. Это значит, много воды вы добавляете. Again, if you're not done with the sky, you need to stop and go to the clouds. Да, Серёж? Ну, вы говорили взять кисточку поменьше. Да. Но, ну, а вы мне сказали, возьми... Большую, да? Да. У тебя хорошая кисточка. Если ты чувствуешь, что это слишком большая для тебя, возьми чуть меньше. Да, если чувствуешь, что большевато, возьми поменьше, не переживай.
Ну, и вы сказали, там, где, ну, много воды, там светлее. Значит, надо сделать два таких, в одном много воды, в другом немного. Спасибо, очень хороший вопрос. Нет, ты можешь сделать один фиолетовый цвет, просто воду в него добавь, и когда будешь делать полосочки... Просто много воды. Видишь, я начала, у меня слишком темный получился. Видишь? Я сразу больше, еще больше воды добавила, чтобы еще светлее было. Потому что я увидела, ой, слишком темноватый. Я хочу посветлее. Я это быстро исправила. Но я, ну, от этого картину уже не выкину, да, ничего. Ну, немножко темновато, ничего страшного. Я раз сразу почувствовала темновато, сразу сделала посветлее и справилась. Так, у нас кого-то выкинуло. Вижу, что кого-то выкинула. Давайте смотрим Камила. Да, Камилочка, очень хорошо. Камилочка, низ тоже. Смотри, угол вот здесь очень хороший цвет. Камила, вот тут низ. Помнишь, мы в профрейминг учили, да? Чтобы низ не был светлым. Вот туда вниз тоже обязательно фиолетовый добавь. И будет шикарно, окей? Камила, молодец, отлично. Да, Альдана, больше воды не забывай, да? More water. It should be light, like, как прозрачный такой немножко цвет, как глаз. Да, очень хорошо, Элина. Элина прекрасно справилась. Элина, обязательно вниз чуть-чуть добавь тоже фиолетового. Это называется фрейминг, когда контур более темный. Да, Евангелина, очень хорошо, то же самое. Ну, у Евангелины хорошо, внизу очень темно, отлично. У Евангелины можно оставить, да. Сегодня Евангелина прям хорошо получается. Угу. Эмилия у нас, да, сейчас переподключается. If somebody done, please show me. Эмилия, как? У меня немного выглядит, как будто у меня они не светлые такие, а у меня как будто дождь пойдет. Давай посмотрим. Потому что it's okay, потому что облака мы только тень снизу рисуем. Но ты не переживай, видишь, ты все облако затонировала. Так как ты затонировала все облако, ты, кажется, что оно грозовое темное. Но мы добавим туда свет, и оно будет светлее. Хотя вот то, что у тебя облако грозовое, мне нравится больше, если честно. То есть у тебя такой сейчас как будто гроза будет, очень в одном таком красивом стиле. Лина, хорошо. То есть мне не менять? Нет, я бы не стала менять, не стала. Сейчас мы будем свет делать. Там, где свет, тебе просто его не таким ярким надо положить, а, ну сейчас увидишь, да, переход. Чтобы все равно грозовые немного были. Да, да, мне нравится, очень романтично. У тебя все в одном стиле получается, такой темный грозовой, очень красиво. А потом будет светлые шары, да? Да, exactly. Угу. Светлые шары в темном. Да, не переживай, они все равно у тебя не будут белыми. Ну, а вот линия внизу одна, без облака. Вот это? Вот. Так. Вот здесь линия. Да, хорошо, теперь их делаем много. Да, это тень вот, под облако. Вот эту линию просто обводить. Да, ты просто, или, смотри, сейчас я тебе объясню, секундочку, Сереженька, вот смотри, вот облако, да, вот так, смотри, вот облако, видишь, Сереженька? У меня там просто линия. Ну, окей, представь, что просто линия вот так вот. Вот, видишь? То у облака ты вот тут снизу тень рисуешь, а у линии вот тут вот. Как бы чуть-чуть под линией. Угу. Вот так. Окей? Окей. If somebody needs help, please let me know. Так, Камилочка очень красиво. Окей. Да, Элина очень красиво, я видела. Темные синие. Амилия, потрясающе. Амилия, вау. У меня сильно темные. Ну, вау, очень красиво, очень. Альдана молодец, прекрасно получилось, Альдана, да. Альдан, ты сейчас смотришь, что ты где-то на контур вылезла, шара, вообще не переживай. Да, Амилия? Амилия, very good, very good. It's the sky too. Sky and cloud, perfect.
Perfect. Okay, guys. We will do the other color, but we need to change the water because we will use yellow. If we will not change the color and we will add yellow, what color we will get? It will be green. Exactly. But we don't want green in these clouds, yes? So please change your water, change your blue water. Only yellow. Yes, for only yellow. But clean your brush before. Clean your brush and dry and change your water. And we will do balls and water. Light. Да, Сереженька? Ну, я не... How do you change? Я... Не с небом, не с облаками, пока не закончится. Не переживай, Серёж, это не важно. Ты же положил несколько теневых облаков, тень, да? Ты уже знаешь, что небо так делать, да, облака а так. Будет. А, потом будет желтый цвет, и будем раскрашивать вот эти наши... На ветерку? Амелия, one second. Да, Серёж? Ну, наверху... Облаков будет желтый. Наверху облаков будет желтый, правильно, это будет цвет. Поэтому тебе главное понять, как это мы делаем, а не надо все закрыть. Все закрыть ты дома можешь, ну потом сам сделай. Главное, чтобы ты принцип понимал. Илина, молодец, я иду менять воду. Окей. My water is clean. Ты-ты-ты-ты. Смотрите, чистенькая. Ну, итак, сейчас будет у нас красивые облака. Для этого мы сделаем свет на них. Красивый-прекрасивый свет. Сейчас подождем, все вернутся. Красивый-прекрасивый цвет. Как раз размялись немножко, кто еще так спинку вот так, вот так ручки так, так, размялись, полчасика и мы закончим наш шедевр, ух, красиво будет. Размялись немножко, так, плечики размяли, все меня видят, вот так вот, плечики, шейку, вот так. Who is done, show like, who is ready, окей, Сережа готов, да, Альдана готова, да, вижу. Отлично. Камилочка готова. Вижу лайк. Ага. Евангелина, Эмилия готова. Аина готова. Евангелина, камера пропала. Эмилия, нажми лайк. Если Амилия. Так, Эмилия, вижу. Аина готова. Окей, супер. Очень красиво. Ага. Окей. So, next step. We need to do the light. Light is the yellow, but we need to take white. White. Wash and dry. And with dry brush, we are going to the yellow. Чик. Мы залазим в yellow, в желтый, и замешиваем, да? Посмотрите, такой. Ну, у меня пока еще сильно желтый. Very strong yellow. No, I need more white. One second. Wash. Да, Сереженька? Вот такой. Ну, а надо большую кисточку вот нет, эти не маленькие. То же, что мы и тень рисовали. Угу. И смотрите, я думаю... Мне как рисовать, потому что я сейчас не знаю, как рисовать. Да, а ты просто... ты сейчас будешь, когда рисовать светло-желтый, тебе нужно будет, знаешь, какой розовенький, светло-розовый делать. Это Эмилия только для тебя, сейчас тебе покажу. Как светло-оранжевый или... Ну да, светло-оранжевый или светло... Вот смотри, розовый, видишь, я сделала. Pink is just for Emilia, guys, окей? Okay? И ты, когда будешь закрывать, ты вот так вот раз и положишь pink, где свет. Почему? Потому что у тебя достаточно темные облака, видишь, переход будет... Вот у меня это получился персиковый цвет. Вот персиковый подойдет. Только смотри, чтобы переход был мягче. Вот посмотри, я сделала одно облако немножко грозовым. Видишь? А как мне сделать персиковый с темный, потому что он очень сейчас светлый. А закрась вот так, как я, красным, вот так, красненьким. И потом чуть-чуть внутрь светленького положи, красненьким, таким с розовым, окей? Окей, I'm taking yellow with white, with a lot of white, and when we where we have the light, где у нас свет,
I'm adding white with yellow. White with yellow. We have the light for the clouds. It's white with yellow. Как лимонный, да? Это больше даже лимонный, наверное. Lime color. Можно немножко так пристукивать, тук-тук-тук-тук-тук, будет очень красиво. Если будете тук-тук-тук, смотрите, тук-тук-тук-тук-тук-тук, пристукивать будут они пушистыми, ребят. Если будете прихлопывать, будут пушистыми, попробуйте. То есть, когда вы не красите вот вправо-влево, а немножко как бы прихлопываете, тогда они будут пушистыми. Не знаю. Давай посмотрим, Эмиль, не переживай, давай посмотрим. Так, это я пытаюсь камеру не за... Да, ты все правильно сделала, Сережа, хорошо. Эмиль, что тебе теперь нужно сделать? Теперь тебе нужно водичку взять, смотри, Эмиль, водичку, смотри, Эмилия. И немножко вот так цвет, который переходит от темного к светлому, размыть, чтобы переход был плавней, да, и все, а в остальном все супер. Просто тебе надо, чтобы переход был более мягким. Итак, вы можете у меня чуть-чуть красный видеть, это для Эмилии я делаю, но если хочется, тоже можно добавить. Так, Камила, отлично, Камила, хорошо, отлично. Так, Камила, быстренько, шук-шук-шук, все быстро, раз-раз-раз. Так, who is Dan, please show me. Если кто-то Dan, пожалуйста, покажите мне, если вдруг кто-то Dan. Вот, я закончила. Давай, посмотрим. Еще больше размывай, сильный переход, сильнее. Возьми прям вот этот розовый сейчас, водичкой сточи, тряпочкой протри, чтобы розовый как бы пигмент убрать. И тогда будет плавный переход, Эмиль. То есть вот прям вот так вот намочила и тряпочкой... Раз-раз-раз сточила. И будет плавный переход, окей? If somebody done, please let me know. Если кто-то вдруг done с небом, пожалуйста, дайте мне знать. Show me. If somebody is not, don't worry. Don't worry, because somebody is working faster. Отлично, Амилия, очень хорошо, Амиль, добавляй везде светло. Oh, Амилия, very, very good job. Continue to add light yellow to all spaces where you have white on the bottom. Okay? Don't left white spaces. Yes, you have between purple and yellow white places, white canvas still. Yes, white paper. Cover with white and yellow. To make sure that you don't have paper, you covered all paper on the bottom. Вот, я закончила. Еще светлее, Эмилия. Еще светлее, очень яркое пятно, как бы, очень яркое. Еще высветляй. Или немножко чуть-чуть фиолетовым затонируй. Возьми фиолетовую водичку и поверх затонируй. Тогда, ну то есть, чтобы их как бы смягчить. Фиолетовую водичку и сверху этот красненький затонируй, он останется, но будет мягче. О, шикарно, Элина, прекрасно, да, отлично, Элина, оставляй, очень хорошо. Угу. Very good. Угу. О, как необычно, Аин, у тебя получился розовый с желтеньким, как будто бы, знаешь, какие кисельные берега, не знаю, есть такая сказка, очень хорошо, кисельные прям такие берега, класс. Угу. Окей. Евангелина, как идут дела? Альдана, как идут дела? Да, Камила прекрасно, Камила оставляй, очень хорошо. Угу. Камила очень нежно, все классно, супер, оставляй. Да, если что-то подотри. О, у Евангелины получились поля, отлично, тоже очень хорошо, очень красиво. Поля, да, такие поля рыжие, которые пастбища такие получились. Смотрим у Сережи. Да, да, Сереж, ты правильную идею понял. Yes, exactly. Ты все правильно делаешь, отлично. То есть где белое, там желтое, где низ, тень фиолет. Супер, отлично, да.
Okay, guys, we need to go to the next step. If you didn't finish with clouds or with the sky, it's absolutely okay, because you know how to do this. Yes, right now, you can finish it and after our lesson, but you know how to do this. Right now, the final step, what is more important step and more hard step? We need to take small brush. Нам нужно взять маленькую кисточку, и это самый сложный этап. Wash and dry. И посмотрите, когда я делаю высыхание dry, она должна быть острая, как иголочка. Посмотрите, как будто... Ай, ай, сейчас уколет. Ай, ай. Посмотрите, какая она острая. У Аины хорошая острая. Проверьте, когда вы ее намочите и просушите, кисточка должна быть острая. Острая, как игла. Да, вы можете, если вы не уверены, показать. У Камилы хорошая кисть, острая, хорошая. Элина хорошая, Эмилия прекрасна, да, у Евангелины кисточка острая. Амелия, could you show your brush? The, hold, okay, yes, yes. If you have more thin, fine, if not, it's very good. Амелия, если есть более острая... А вот эта краска, она смывается с одежды. С одежды, если это акрил, то да. Да. Окей, Сережа хорошая, Сережа вообще шикарная кисточка, да, Амелия прекрасна, оставляю, супер, да, вот это вот, это слишком, ну, она маленькая, но попробуйте контур ей нарисовать, а внутри, о, Альдана, у тебя тоже поля, луга, очень, смотри, как в контрасте хорошо с синим смотрится, ты видишь, очень хорошо, окей. Look at here, guys, it's very important, you need to take your brush when you will draw something in the ball very close. Not like that. Very close. Like this. Вам нужно будет брать очень близко ее, посмотрите. Да-да-да, вот так, Камил. Не так далеко, да-да-да, а близко надо. Вот такой позиции, да, близко, в позиции близко. Итак, первое, мы нарисуем просто красный контур. Посмотрите, я кисточку опустила, я ее за кончик держу. Видите, я держу за кончик. Намочила. Я беру красный цвет. I'm taking red. Put it here. Then wash, 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 wash and dry. И потом я беру уже близко. Итак, I need to add a lot of water to make sure that my color will go very easy. Мне нужно взять достаточно много воды на кисточку, чтобы быть уверенной, что пойдет краска легко. And this is important. Please look at me before you will start. We are drawing with half of the brush. Мы рисуем даже только с половиной кисточки. We don't use full brush. We are using just half of the brush. Look at here. Look after me. I'm taking it very close. Я беру это очень близко, видите? I put my hand to the canvas. Я положила руку на canvas. Да, это не на весу. Положила. И самым кончиком, and using the end of the brush, look at here, I'm using just the end of the brush. I don't push like, no, don't do that, because you will get something like that. We are using just end of the brush, look at here, end of the brush. You can turn your canvas, and I try to draw the contour as if I use a pencil, как будто я карандаш использую, да? Как будто это не кисточка. Try to think, this is not the brush, this is the pencil. Try to think. Don't hold your, put your hand to the canvas. Положите на, да, Элина, обязательно положи на, да, на canvas. Положи, то есть она должна лежать, рука, то есть зафиксирована. Вот у Камилы хороший контур получился. Возьмите близко. Да, да, вот Сережа. Сережа прям может ближе взять у тебя, потому что длинная кисточка. Прям еще ближе можешь взять. Да, возьмите достаточно воды. Take enough of the water. And draw the contour. And try to think like this is the pencil. Как будто бы это карандаш, а не кисть. Да, вот Камила хорошо получается. And second line again. If it's going very dry, do you see it's very dry? Take more water and more color. Возьмите больше воды и больше цвета. Если очень сухо идет и вам не хватает линии, чтобы она легко шла, возьмите больше воды и больше цвета.
Да, Сереж, хорошо. Сереж, хорошо. Старайся брать больше пигмента, чтобы не такая сухая была краска. Элина тоже, да. Вот, хорошо, да. Камила очень хорошо получается, отлично. Итак, мы так делаем с каждой линией. Пожалуйста, не торопитесь. Don't do it very fast. I can do it very fast, because I'm doing it many years. I will do it very fast, just to show how it will look. But please, you don't do very fast. Try to control your line. Пожалуйста, попытайтесь контролировать вашу линию, окей? Потому что у меня уже рука привыкла, я могу быстро сделать, да? Так, вот Сережа старается отлично. То есть в этом залог успеха. Контур обязательно. И если пигмент не очень яркий, пожалуйста, добавьте больше краски, больше пигмента, да? И вы можете крутить холст. Please turn your canvas if you want. Like, в любую позицию поворачивайте. Камила очень хорошо, вообще хорошо получается, старается. Прям очень хорошо. Да, Сережа, вижу, старайся. Сереж, чуть можешь больше воды добавлять, чтобы тебе хватило на одну линию от начала до конца, да? Вот. Да, Элина, тоже ты можешь добавить больше воды и пигмента, чтобы тебе от начала до конца хватало сверху вниз краски. Угу. А как мы сделаем линии? Я посмотрю, у кого самые ровные линии получились. Когда делаете линию, вы смотрите вниз, куда должна прийти линия. When you are drawing the line, you need to focus to the bottom where the line should end. Вам нужно как бы сфокусироваться внизу, смотреть вниз туда, куда она должна закончиться. Такой вот совет вам. Евангелина, как у тебя получилось? Евангелина. Я еще почти закончила. Окей. For other, I will take just blue. Or maybe, yeah, it could be blue. Dark blue. Or it could be green. You can try green. Вы можете попробовать зеленый. Для второго шарика. Да, Камила, прекрасно. Who is done, please draw lines for the second one. This is very good exercise to train and to practice drawing with the brush. Очень хорошее, ну, как бы упражнение, чтобы вы потренировались рисованием кисточкой, как карандашом, чтобы линии такие прочерчивали. Очень хорошее упражнение. То есть весь контур, который у вас есть, мы рисуем. Так, синий я нарисовала, сейчас красный. Смотрите, я сюда тоже добавляю контур. I'm adding the contour here too. Пока это сохнет, можно раскрасить корзинку. Значит, Элин, все хорошо, потом вот этот контур, возьми больше красного пигмента, чтобы поярче был. Вот этот контур еще раз пройдись только вокруг который, хорошо? Чтобы выделить. И ты можешь заходить на небо. Когда ты контур рисуешь, ты можешь смело на небо заходить. Тебе пигмента нужно больше, он закончился просто. Сережа, хорошо. Камила тоже очень хорошо. Прям линии хорошо вычерчивает, прекрасно. If somebody is done, we could draw orange, как это, кабинка, да, я не знаю, как по-английски, кабинка.
Maybe basket. Basket, yes. Orange basket. Оранжевую кабинку. Кто не знает, как сделать оранжевый, то спрашивает. Оранжевые кабинки. Я их не раскрашиваю полностью, как вы можете видеть. Я делаю полоски на них. Это придает больше изюминки. А я сделала две кабинки, эти красные, потому что у меня такой темный фон. Конечно, можно. Если у тебя очень темный фон, то кабинки делай светлыми. Например, светло-оранжевыми. Апозит, помнишь? Да. Угу. Okay, we are training the line. Guys, don't try to draw the painting of all your life. Yes, like the best of the best in the world. Are we going to learn how something new? To learn how we control our hand, to practice, yes. Значит, ребят, да, мы не пытаемся всей своей жизни картину написать сегодня, да? Мы тренируемся, учимся. Ну, конечно, картинка получится красивая, можно будет похвастаться бабушкам, дедушкам, но все-таки основная задача – научиться линии рисовать, да, контролировать кисть. Так, у меня вот здесь немножко подсохло, да, вот немножко подсохло, поэтому я могу внутри теперь раскрашивать, как я хочу. Ну, пусть это будет, например, розовый, pink. И я уже это так делаю более смело. Почему? Потому что у меня линии-то уже все есть. Поэтому именно с водичкой, да, с водичкой, смотрите, вот так вот я раскрашиваю. Немножечко просвечивает белый. Please check. White is little bit between lines. То есть между линиями я немножко оставляю белый. Посмотрите, для чего я оставляю между линиями немножко белый, чтобы линии, ну, никуда не пропали, да? То есть такой водичкой, посмотрите. Водичкой, да, покрываю, посмотрите. Оранжевой водичкой. Вы можете покрыть розовой водичкой, но, пожалуйста, водичкой. Не прям не тонируйте линию, потому что линии-то красивые, мы хотим их оставить, помните, да? Мы хотим их сохранить, поэтому внутри просто вот так вот быстренько, тык-тык-тык-тык, водичкой покрываем. Ну, так немножко небрежно, линии-то мы красивые нарисовали. Вот немножко водичкой, смотрите, я покрыла, а линии у меня никуда не ушли, линии остались. Потому что я использовала водичку. So, when we are covering inside colors, inside, I'm using the water. Water, I don't use the full acrylic painting. Yes, не полностью покрывать, а так водичкой. Because I want to save my beautiful lines. Потому что я хочу красивые линии сохранить. Ну, так, водичечка. Раз-раз, смотрите, какой хорошенький получился. Чуть-чуть желтый, little bit yellow, я как полосочки желтые чуть-чуть добавлю. Так вот. Я желтый здесь добавлю, вот тут вот внутри, так чуть-чуть. И у меня даже белый просвечивает, ничего страшного в этом нет. А внутри я хочу темно-красный. Так, внутри темно-красный сделаю. Полосочки, смотрите, темно-красные делаю. Помните, мы с вами рисовали, на что держится корзинка? Делаю темно-красным. Да, очень-очень хорошо. Элина, прекрасно, Сережа старается. Очень хорошо, Камила, отлично, отлично. Чем ближе к серединке, Камил, тем больше, более прозрачный цвет делаю, окей? Очень хорошо, да, тут более такой прозрачный цвет, супер-супер. Камила, отлично, прям вот за мной повторяет идею, прям чувствуешь, хорошо. Угу. Так, для голубого шара я могу сделать что-нибудь светло-зеленое в промежутках, тоже водичкой, вы помните, да, я делаю это водичкой, потому что мы хотим линии красивые, которые мы потренировали, сохранить. Я делаю светло-зелененькие внутри. У меня тут зеленым. Вот здесь.
Да, it's okay, это не проблема. Элин, ты просто не торопись. Если у тебя вышло, ты потом голубым небом вокруг можешь закрасить. Никаких проблем, это же акрил. Угу. Да. Просто кисточка очень. Да, бери, да, контролируй, бери кисть ближе, да. И контролируй, чтобы она не смазывала. Я знаю, это сложно, но в этом и суть упражнения. Угу. Никакой, как бы, тренируемся. Итак, я делаю вот эти нитки, они самые сложные будут. Кто рискнет сделать нитки кисточкой, ну прям попробуйте. Но это будет сложно, но интересно. Да, Камилочка, чуть больше водички, чтобы более прозрачный цвет был. Очень хорошо получается, очень, да. Чуть больше водички, чтобы он такой попрозрачнее был. Угу. Так. Я сейчас сюда водичку. Ребят, с линиями все справились очень хорошо. То есть основная наша задача, ребят, были линии, чтобы мы потренировали краску, кисть и линии. Мы очень хорошо справились, вы молодцы. Все задачи справились, поэтому сейчас просто получаем удовольствие и раскрашиваем остатки шарика, да? В то, во что хотите. И здесь не обязательно торопиться, то есть как идет, так идет. Просто раскрашиваем, вы можете еще пораскрашивать и после урока. Конечно, если у вас сейчас есть вопросы, задавайте, чтобы я вам помогла. Да, Сереж? Ну, а вот можно я на раскрашенном шарике сделаю внутри зеленый оттенок? Конечно, любой цвет, абсолютно, потому что это же шарик, да, там может быть любой цвет, который ты хочешь. Да, Альданочка, вот я закончила, хочу вам показать. Давай, да. Ой, какой красивый, ну, слушай, ну у тебя прям грозовые облака. Давай, да, подальше, хочу посмотреть подальше. Цвет шаров прекрасно ты подобрала, мне очень нравится. Я тебе, Эмилия, знаешь, что прям вот советовала бы? Я бы тебе посоветовала бы, ну вот облака нам надо как-то чуть высветить, возьми просто синий, вот как у тебя грозовое облако сверху, и сверху покрой их синенькими, они все равно будут темными, ладно? Сверху синим покрой, это первое. А второе, Эмилия, тебе нужно нарисовать дождь, вот прям хочется, и динамика сразу появится, я сейчас тебе покажу как, смотри. Берешь вот так вот самую тонкую кисточку, очень жидкую воду, смотри, белую, да, белую жидкую воду. И вот так, я сейчас тебе сверху покажу, Эмиль, смотри. И вот так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, как будто дождик идет, да, вот так. This is for Emilia only, guys. Это только для Эмили. И вот так вот, как бы, немножечко, как будто дождик, и потом тряпочкой ты так, опа, опа, и смотри, дождь получился, видишь, ливень. Да. Вот, так вот, сделала полоски, тряпочкой стерла, сделала полоски, тряпочкой стерла. Это когда высохнет, да, чуть работа. Будет огонь, просто шикарно будет. Прям, знаешь, аж прям страшно за что же, выживут они или нет, там, сейчас уже будет гроза. Вот прям хорошо так получилось. Элина, больше водички, чтобы более прозрачный цвет, и ты свои линии не перекрыла красивые. Давай посмотрим Альдана, Амилия, Евангелина. Да, Камила шикарно, очень хорошо. Камил, стропы не забудь, темно-красным и темно-синим. Тонко-тонко. У-у-у. Так, секунду, я смотрю, секундочку. Да, значит, Евангелин, что тебе нужно? Смотри, у тебя у шарика контур есть, да, а у корзины нет. Это значит, что ты берешь темно, там, например, оранжевый или просто красный и вот так вот контур рисуешь. И можно полоски, чуть-чуть, да, то есть у тебя есть оранжевый тон, а контура нет, и это немножко теряет. Амилия, как у тебя? Амилия, how it's going? Show me. Ooh, very, very nice. Амилия, very good. One thing, just lines. Lines, small lines, это как ниточки, да, для Амилии. Сейчас, секундочку, Эмилия. Сейчас, секундочку, да-да-да, секунду, Эмилия. Амилия, you need to draw the lines. You could use the marker. The marker, yes, you could use the marker
For do it very thin, чтобы сделать это очень тонким. Да, Евангелин, хорошо, Евангелин, у красного шарика внутри хочется поярче, например, желтенькая водичка, оранжевая, чуть добавь, будет ярче. Сережа, хороший цвет. Секунду, смотрю, Эмилия. Да, Эмилия, очень хорошо. Эмилия, дождь, он должен попадать иногда чуть-чуть на шарик. Не поверх, а где-то, ну, знаешь, тут чуть-чуть попал, тут, то есть тоже туда немножечко выйди на шарик. И облака сделать синими. Так, смотрим Альдана. Так, секундочку. Альдан, мне нравится вот это зеленое пятно. Если ты сделаешь контур как будто облачко, будет очень футуристично, что это не корзинка, а облачко. Знаешь, как, такая идея, да, интересная. Что, как облачко. Да, да, Евангелин, вот сейчас гораздо интереснее, да. А посерединке какие-то красные сделай. Только не ярко, а пусть, ну, такое водянистое будет. Камила, прекрасно. Да, Сережа, сейчас мы заканчиваем финальные какие-то моменты перед фотографированием. Да, Сереж? Ну, а вот вы говорите, что водой, ну, такой цвет воды, который ты хочешь делать между полосками. Мне тоже так делать? Конечно, конечно. Сами полоски темные, а внутри более светлой водичкой, окей? Окей. We are done. If somebody wants to add, I don't know, clouds or something, I will show how it looks, but it's up to you, guys. Можно мне уже идти? Я закончу. One second, we will do the photo. Okay, please. Если кто-то хочет сделать такие полоски, как облака, вы можете сделать. If not, you can save. Вот такой. У меня нету места для этих. Нет, это точно не для тебя, у тебя дождь белый. У тебя уже есть. Видите? Можно добавить облачка. But we are done. You are doing very, very good job. Let's up your works, please. Пожалуйста, поднимите ваши работы. Пожалуйста, все, if you didn't finish, it's okay, just up your works. Пожалуйста, поднимите ваши работы. Давайте побыстрее, она тяжёлая. Жди, жди, у нас ещё три минуты урока, Эмилия. Жди, зайка. One, please up your works. Two, Аина, Альдана, Элина, давайте. Two, Альдана, Аина, давайте, Аина, подними, пожалуйста, работу, подними, please wait, Альдана, подними, пожалуйста, работу, please wait, anybody, one, two, three, I'm checking, one second, come on, okay, done, we got it, nice. Окей, guys, so, I congratulations, я вас поздравляю, что мы сделали очень красивую работу, потренировали.